Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Вьетнам, ПФА на восьмерых на карте 7 морей. Напоминаю, не забывайте делать клипы, потом я соберу из ваших клипов мини-видео этой партии и, мне кажется, это будет интересно. Но если вы наткнулись на это видео случайно, то лучше перейти к первой серии, ссылка на нее есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество», спасибо им большое за поддержку. И вам всем приятного продолжения просмотра. Кстати, канадец даже улетал, смотрите. Португалец летит. Так, у кого там... Плюс 100% у Канады. Плюс 100% было у Канады. А чё ты не улетаешь? У тебя как бы плюс 100%. Я думаю, ты быстрее улетишь. Фига себе, тут нету внезапно... Вон где у него губер. Что-то даже космопорта в столе не было. Давайте тогда в Абердин. Или в Эдинбург давайте сначала. Все равно мгновенно обосновывается. Так, джинсы получим. Торговца заберите. Не понял, куда подлодка делась. А, во. Португалец, предложение. Какая боль. Ладно, терять точно все. Если так у меня еще были шансы на роботов, то теперь звучит. Спасибо за игру. Давайте, удачи. Да. Я свой ядерков в англичанина потратил. Вообще не кидайтесь.
Тем не менее... А, они... В смысле местонахождение повреждено? Ну, значит, Эфиоп улетает. Ошибся, надо было сразу объявлять войну его тут подлодке. Я, правда, не понимаю, как он так далеко смог уплыть. Бессмысленный ученый еще один. Правда, больше ученых нету. Как космопорт повредился, я не понимаю. Это дебильный пуск. Нет, тут Эфиоп. Теперь улетит явно. К сожалению. Слишком большой минус тут по жителям стал. Я не успею открыть то, что нужно. Ускорялки вот здесь. А мне надо все вот эти техи открыть. Хотя у меня везде проекты читать. Давайте в Данхо я все-таки проекты буду читать. Смысл мне термоядерки, если я уже ее... Ну, у меня одна есть, в принципе. Ну, то есть плыть к шотландцу ее кидать бессмысленно. Там еще у него одна подлодка, кстати. Где-то. Классно, мне шотландец снес чисто столицу, а Эфиопу в вулкан кинул ядерку такой. Сгори в жерле. Не-не-не, он этот космопорт сломал. Вулкан это от португальца полетело. Тактическое. А, это португалец кинул. Вау. Я думал, ты тут приехал всеми этими. Шотландец кидает ядерки. Ядерка, оказывается... Где-то такой космопорт сверху стоит, что хрен достанешь с воды. Где стоит? Сверху, типа там, где проплыва нету нормального. Типа не проплыть, не остановить. Не, ну мне кажется, там португалец может кинуть. Не, для этого места я не достану. Ну как это? В смысле, строишь вот в своих верхних городах, подплываешь к, ну, с этим подлодкой, и там раз,
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 клеток. Вполне. Какой дебильный ученый. Я уже все открыл. А он мне для озарения всех информационных эпох дает. Нормально вообще? Блин, такая низкая вероятность, 63. Да, как... Как все грустненько тут. Так, ну он может, скорее всего, вот сюда прибыть. А, я не могу ничего за веру купить, потому что разрушена правительственная площадь. Надо вот это как-то все ремонтировать. Я как-то не видел, чтобы мне разграбили этот... Я так и не понял, как вот у меня сломался космопорт, честно говоря. Ядерка вот сюда прилетела. То есть вот видите, вот этот радиус. Тут еще клетки до космопорта, я не понимаю. Вообще, португалец, мне все-таки кажется, не в ту сторону ты кидаешь. Я, конечно, понимаю, там, ну, Дед Бородет и мне конкурент. Но сам посуди. Два проекта запустил шотландец. Одинаково. Все необходимые техи дальше он открыл. 100% к космическим проектам тоже у него. Ну, очевидно, что он быстрее это сделает, чем кто-либо. Поэтому кидать как бы сюда ядерки. Немного неправильно, как мне кажется. Видите, тут загрязнение.
ответочкой от Эфиопии. Это не зря, я считаю. У меня есть термоядерки в Португалии, но я не буду в тебя бросать, потому что я вижу, что ты тут не лидер. Кидает деда. Да тут шотландец улетает, а не дед. Я хочу поставить электронная коммерция. У меня маловато, конечно, этих. Давайте, наверное, вместо рационализма, пожалуй. А, не, вместо писания. Мне уже не надо. А, подождите, он дает все-таки принятие вместо рационализма. До ускорялок. У меня торговцы просто умирают, проходя. Это вот звук, это вот эти торговые караваны вот здесь гибнут. Мне надо это все ремонтировать. Особенно вот здесь, потому что они идут к Эфиопу, и вот тут умирают. Ну, в чем прикол поля гольфа? Что в чем прикол? Поле для гольфа в Шотландии. Так там же написано. А, ты имеешь в виду, не ты же за Шотландию, да? Пять ходов запуск колонии на Марсе. Фак. Ну, мне скорее рабочие нужны теперь, чем... Наука, потому что смысл мне выходить в ускорялки, если я все это медленно делаю.
Три португальца. Даже твои караваны не граблю, твои каравеллы не убиваю. И кто? Нау. Я все говорю, потому что он в меня еще ядерку не бросил. Так, Антананариву я сюзерен. Шингети пофигу. Тих, хрящая конструкция тут от Канады. Сен-Джон я больше хочу захватить. Он, кстати, и послабее при этом. Неужели дед хочет в меня ядерку, термоядерку бросить? Нас осталось сколько ходов? 5. Ну, вообще... Все далековато. Все, полетел шотландец. Удивительно. Ну так, может, все-таки португалец в него покидаешь? Ну, я 2 космопорта только что сломал. Отлично. Ну, без вас не обойтись. Нет, несомненно. Эфиоп, кстати. Да, кстати, без Эфиопа. Нет, тут никак. Не, слушай, ты можешь сверху проплыть, неправда. Не могу. Там все растаяло. Вот там, где Кардив, ты проплываешь. Так мне это на город ставить. Этому городок нет. Тогда для кого ты термоядерку строишь в Адис-Абебе, расскажи. На шотландец. Ага. Заплывет. Заплывет. Ага. От меня, иначе я сейчас все термоядерки, которые везу, буду к тебе готовить, а не к шотландцу. Слушайте, мы его не заберем.
Ну, мы не заберем, но закидать космопорт... Во-первых, мы не заберем, а португалец заберет. Сколько у него космопортов там стоит? Да, три. Три всего? Ну, да. А, да, можно. Вообще, или даже... Нет, три, три. И все они у Стерлинг, ну, вот тут. Еще он один строит, ну, еще несколько строит, типа. Но основные у него вот Абердин, Стерлинг, Дамфрис. Это все забирается португальцам, например, если скинуть ядерки. Тогда шанс есть еще. Я ошибся здесь, блин, вот, вот это моя главная ошибка с этой подлодкой чисто, что она прорвалась и кинула в меня термоядерку и все. Просто самое главное. Я не могу ремонтировать, потому что у меня... Не, ну тут фигня то, что у меня тупо каждый ход лодки плывут как хотят. Ну, конечно, меня замучило. Да почему тебя так плывет все? Естественно, не все лодки. Ну давайте сейв загрузим. Или у тебя всю игру так? Куда они уплывают эти лодки? Сами? Давайте кто-нибудь из вас, а я пойду тогда уже, наверное. Хорошо, американец может... пойти. Нет, давайте, ядерный кризис против атланца. Типа я в город ставлю, ну это, Минск, как они называются. И они в конце хода сами выходят из города, и шотландец их бьет. Что за бред? Потому что он позже ходит. Ну, а тенью подтвердит, он видел. Давайте сейчас загрузится ход, я сделаю сейв. И без американцев, то есть втроем, я так понимаю, мы останемся. Четвером. А четвертый кто? А, в смысле, да, вчетвером тут. Он раз загружали сейчас сейв, потому что то один крашивается, то другой крашивается. В итоге я захожу, естественно, компьютер все поменял нахрен. На самом деле эти рокеры деда очень сильные надо. На голову влияет. У меня голова уже заболела с этой песни. Я виноват. Блин, в упор не помню. Сюда... Тут что ли была Рейна? Получается, дед виноват. Да. Получается, дед. Ну, опять я виноват. Делает больно через звук. Я им тут музыку, видите, устраивал развлечение. Я, короче, не успел загрузиться, у меня передохли мои подводные лодки. Вся надежда на вас. У кого денег даже нет. Прошу тебя дать. Всего-то 15 ходов осталось продержаться. Осталось продержаться. Фугаля возьму. Прям вот так. Так, у всех я тут назначил. Давайте еще Виктора в Дананг верну. Первый ход не отжимается. Комп. Комп везде поставил этих роботов строиться. Ни в чем себе не отказывает.
Ну, уже, мне кажется... Хотя... Давайте, пускай робот построит, потом термоядерки вот так сделаем. Хотя, с другой стороны, мне тут караваны нужны. Порту больше всего денег. Не, нафига я это открываю? Что у меня в карточках вообще стоит? Да, вроде все верно. Да, мля, а чем она перехвачена, я не понял. Роботом, что ли? Робот? Угу, там два робота стоят. Там же никого нет. Роботы перехватывают ракеты тоже? Да, они же противоПВОшные. Причем это самый сильный противоПВОшный юнит. Что в мире с канадцем? Ну, тоже в кризисе участвует. Нельзя пускать. Ты бы, кстати, вот, дед, вместо того, чтобы тут держать роботов, лучше бы туда вел через португальцев, чтобы захватывать города шотландцы. Стоят все без дела. Ни один робот. Ничего тут не поможет. Ну, план хороший. Да. Куда вот эта зенитка, куда компьютер ее отправил?
Хрен знает. Ну, я только через 5 ходов могу Теркана мир объявить, войну объявить, так что перебрасываем. И что это строится? Переход на ядерное топливо. Не, ну, вообще в этом есть, кстати, может быть и стоит оставить тогда. Но... термояд точно нужен, побыстрее был. Канада плюс 100% от инженера взяла. Печалька. Ну что там? Закончил ход. Спать хочет. Неужели ход начался? Ну, можно и мне запустить последнюю детальку. Не представляете, вот мы эти последние, не знаю, хода 3, я думаю, часа 2 играем. С огромным количеством загрузок, крашей, цивы, это просто такая... Так муторно, вы бы знали. Вы бы просто знали. Какой-то мрак. Тотальный. Дед, ну ты ж не выиграешь уже культуры, чё ты этих рокеров? Хватит, на мозги реально давит. Я понимаю, а что ещё делать? Ну действительно. Как хотя бы развернулся концертом. Они хотя бы разнообразные были, а то одно и то же. Ну, такие вот у меня концерты. Компьютерные.
Блин, он еще и тут поставил меня. Господи, нафига он там мне роботов поставил строиться? Ой, блин. Блин, а можно походить? Там ядерками, что ли? Пуляетесь? Да нет. Да нет. Сейчас все нормально. Тебе только трели живых космопорта. Шотландец. Ага, три живых, два достраивается, пара ходов. Один ремонтируется, два хода. Один ремонтируется, два хода. Ну, еще 10 строится. Ну, я что-то сомневаюсь, честно говоря, что как-то, ну, 5 световых. Слушайте, может это, может признаем шотландца победителем и пойдем, потому что это просто что-то нереально уже. Меня так последние 3 хода утомили. Тут, по сути, всего-то 1 или 2 хода осталось. Согласен, давайте. Типа, у меня сейчас на этом ходу уже 8 ход. Просто эти миллион загрузок, у меня ехали подлодки, они все куда-то уехали. Это, короче, все нереально. Биться, бежали роботы, вернулись все куда-то в жопу. То есть, ну, потеря ходов, это я просто не успеваю ничего сделать даже. Ужасная игра сегодня.
Да, это мрак просто. 10 человек, вся какой-то бред происходит. Вот почему. Вот что у нас на четверых вот сейчас в конце? Что вот это вот говнище? Да почему это такое происходит? Потому что лобби уже сломано. А почему оно сломано? Вот эти всякие вылеты, краши пошли, после такого обычно уже нормально не бывает. Хорошая игра, хорошая. В общем, спасибо за игру. Но это, конечно, нереально это все вытянуть. Не наливать. Ну да, да. Причем несколько статистов сидело просто, которые чисто посидели, поиграли, покрашились по это, полагали и ушли, и пошли спать, да. Чувак вообще с Египта просто пошел спать, типа. Кайф. Не знаю, кстати, за Вьетнам оказалось довольно приятно играть. То есть, главное, чтобы изначально хоть какой-то лес был, чтобы что-то ставить. А потом, когда сам ты можешь лес везде фигачить, так и неплохо, в принципе. Такая... От местности зависит. Да. Ну и у тебя, конечно, Эфиопия, вот это 15%... Вот спрашивается, почему не дать хотя бы 15% просто либо к культуре, либо к науке? А так получается, ты действительно строишь священные места, максишь веру и сидел... Вот у тебя был, по-моему, один кампус, и ты один из лидеров по науке был. Да. Просто сиди такой... Так, и это дело, что у меня священки без особого соседства были. Да, да. А сколько у тебя вера вход было? Ну, в конце вот 900 веров. То есть можно считать, что... Ну, там, конечно, еще какие-то модификаторы и прочее, но я думаю, что как минимум с веры он имел где-нибудь 200 культуры, 200 науки, наверное. А ты можешь, кстати, посмотреть? А, ты вышел уже? Я уже вышел, да. То есть там очень прилично за счет этих скальных церквей. Да, они сами по себе хорошие. А, еще у тебя 5 или 6 ресурсов угля было просто сразу. С этим повезло, да. Не, ну это, а что это за вот Beta Balance Star, спрашивается, играем с модом специально, да? Вот как мод предполагал, почему насыпано, например, уголь вот так вот в одном месте карты? Вот как это предполагается вообще? Типа, ну... хоть какой-нибудь баланс же должен быть. Посмотри на территории француза. Вокруг Милана. Вместе в двух клетках по две штуки. Я типа 15 городов отстроил, я думал, у меня все будет. Я типа нефть открыл, нефти нету. Алюм открыл, алюма нету. Согласен. Класс, класс. У тебя и территория меньше была, а то видел. Я вообще остановился на несколько материков. У меня только нефть была. Не, ну у тебя португальцы как бы... Вот, кстати, вот эта территория как бы специально под тебя сгенерировалась, чтобы именно у тебя города по берегу стояли. Спокойной ночи. Ладно, и вам спокойной ночи, давайте. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!